следующая песня, ну, в принципе, я так понимаю, здесь все знают. Это когда «Витязи» летали в Бахрейн. Для меня это очень дорогая песня. Равно как и то событие, которое тогда случилось, когда спустя 4 года полного невыезда за рубеж, когда был у нас человек, которого даже министром сложно назвать, как-то его больше связывали, ну, с этим антуражем. К сожалению, амнистирован по непонятной причине. Да, она там одна сидит дома, картины рисует, песни пишет, стихи, позирует журналом глянцевым. Но все это очень больно ударяло по вообще вооруженным силам в целом, и в частности по пилотажным группам. И вот тогда, это невероятное событие, когда ребята полетели в Бахрейн, пока они летели, я уже написал песню, когда они вернулись. Алексей сказал, ты как с нами слетал? Для меня это было очень, как сказать, очень серьезно и почетно. Летим в заморскую страну, что далеко в чужих широтах. Мы на военных самолетах, но наш маршрут не на войну. Летим в нерусскую страну, как по линейке в небесах. Мы чертим след инверсионный, меняя снизу стороны зоны и часовые пояса. Мы на работе, в небесах. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь боль заниматься летным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Летим туда, где чтут Коран, там авиация в фаворе. И кто главнейший, у них не спорят. Верблюды или аэроплан, не спорят там у мусульман. Мы им открутим пилотаж, сорвем восторг, аплодисменты. Ведь помнят страны, континенты. Все знают в небе почерк наш. Наш Russian Crazy пилотаж. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. На земле давно все за пределом. Дай бог нам снова над Москвой пройти, дать салют победы. На нас с небес посмотрят деды и вспомнят свой последний бой под замерзающей Москвой. И дай Господь изберечь орлят, чтоб не пришлось с нуля сначала. Ведь Кожедуб, Покрышкин, Чкалов на помощь к нам не прилетят, но там они не простят. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коль заниматься летным телом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Da-da-da-da-da.
и это не на час. На жизнь пора заниматься лётным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле всё за пределом. Там на земле давно всё за пределом. Как жаль, что на земле всё за пределом. Да-д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 а